Так, Артём там. Бурдужа там. Так, Владимир, идешь к Артему. Спишь, потому что перед этим? Перед тренировкой. Идешь и спишь. Если не послать, вообще в план перейдешь. А раньше вот здесь, да? Таких 10 нужно. Раньше в 11 я смотрю, просыпаюсь, всем не могу проснуться. Нет, начинается фильм. Влад засыпает. Фильм кончается, Влад просыпает. Вот и любви. Опа, конец. А это... Может, какой удачный или нет? У меня нормальная вера. Я бы представил через 5 минут, что там. Обязательно посмотрю этот фильм, очень интересно. Вы туда тебя. Интересно, сегодня играют или нет эти Еврокубки? Я бы поеду во вторник. Смотрел, в среду смотрел, а теперь уже спал. Так, что за сюда? Так, Пастухов, Бурдужа. Значит, вы будете делать больше, они будут делать меньше. Значит, сначала Лучкомик. Так как классический захват не пройдет, Артём классический, да. Но что он ниже и он ниже. Значит, отсюда или такой, или такой захват, как вам удобнее. Они классические. Пошли через плечо. Лучкомик. 10 ты, 10 Владимир. Раз. Нет, в одну сторону. Туда. Пока в ту. А, классический. Классический, да. О, и хорошо. 3, 4, 5. Пока я считаю, вы делаете. 6, 7. Можете больше делать. 8, 9, 10. Поменялись. Отжимаем второй номер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поменялись. Теперь вы в другую сторону. Берете одной рукой, одной. Да? Если не да, и сюда. Пошли. Раз. Делайте больше, чем я говорил. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, молодцы, поменялись. Второй номер. Ну то же так. Так же, да? Да, лучше всего если. Отжимаем, пошли, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ножками, Владимир, восемь, вот лучше еще, девять, десять, смотри, поменялись, вправо-влево. Вы держите ручки, они будут подворачиваться. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменялись. Пожалуйста, каждый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, сейчас Пастухов и Бурдужа броски через бедро для разминки. Я в правую сторону. Да, сначала всегда в правую любимую.
по 60 брусочков. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас второй номер, 5 бросков. 5 делаем, пожалуйста, поджимаем. Раз. Два. Четыре. Пять. Значит, сейчас раз. Вы делаете классический захват, 10 бросков через спину с колен. Колено разняли, присядьте пару раз. Вот так. Хорошо. Теплую надо одевать, чтобы она сюда вот так не было. Пожалуйста, положите. Раз. Да. Вот.
иди сюда, Владимир. Вы здесь отдыхаете, что-то делаете, и сделают, а вы отдохните. Вы же мертвые. Видишь, 2-1,5 недели и все. И как будто ты не тренировался никогда. Да? 30 раз подвернулся, 90 раз упал. И все, смотри на него. У него уже глаза зеленые. Нет, все нормально. Все нормально, а? Да, так, вот так. Знаешь, как пианисты говорят? Один день, то есть Святослав Рихтер, это великий пианист и композитор заодно. Не было самолетов так сильно, его ездили на пароходе, на поезде там. У него была клавиатура от пианино, и он ее с собой возил. И вот он, то есть просто клавиатура без пианино, просто клавиш. И вот он садился, играл, тренировку, на что он сказал, если я приезжаю один день, не играю на пианино, на клавиатуре, значит, я чувствую, что я уже что-то не то. 2 дня чувствуют специалисты, которые разбираются в этом, а через 3 дня слушают, уже зрители понимают, что я не тренировал. Уже пальцы заплетаются. Вот я немножко работал, учился на фортепиано 5-6 лет. Гамма, вот как на тренировку я пришел, размялся и гамма. Там-т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 ам. И вот 15-20 минут руки. Пока потом только начинаешь играть. Готов? Туда. 10 минут. Вы можете сесть отдохнуть. Бросок через пищу. Ай, давай. А тут кто? Опять поезд. Да, опять поезд. Надо скотчем завязывать. Ну, ему между ног завязывать. Нечего завязывать. Бантиком на одном месте и все. Да, блин, мало. Пошел. Да, блин. Да, нормально. Так, о, вы... о, да, о. 10 бросков, 10 вправо, он, 10 вправо ты, 10 вправо он, 10 вправо ты. Все, пошли, выйдите сюда. Значит, смотри, делаешь шаг, вот здесь, уходишь, ты делаешь шаг вперед. Вот смотри, нога впереди, я делаю шаг, хорошо, нога впереди. Делаешь вперед шаг ногой и покажешь. Раз. Разворачивай, как можно ниже. Вот еще ниже. Ниже, прямо по земле. По земле, по земле. Вот так. Вот. Потом. Шаг, подсечка, шаг, подсечка, шаг, подсечка. Пошли. 10 вправо, 10 влево, 10 вправо, 10 влево. 5. Не слышал просто то. 6. Вот. Не, 7, это мы целый день дома с девушкой. Давай, давай, давай! Сиди ты и нифига не говори, не слышу. 9. Вот. 10, следующий. 10 вправо? Тогда, вот 10. 10. А, вы 10 справа, 10 слева. Смотри, вправо классически сделал 10, потом он 10. Ну, и влево, и он влево. 9 было. 9. А, 9. Шаг вперед, мальчики. Давай, вы делаете. О, очень хорошо. Не слышал, Владимир? 2. Нет. Уже Влад считает. Да. Можешь не считать, но ты делаешь 1000 раз, блин. Плохо. Зачем ты еще этой рукой хватаешь, не могу понять. Не, ну что, толкнуть. Вот здесь вот. Держи. Отсюда, еще отсюда берешь. Чтобы зафиксировать, как он создает. Да. 5. Вот ты неправильно убираешь, поэтому ты и не фиксируешь, блин. Опусти ручку, когда... Сделай шаг назад, не знаю.
А я не буду. Значит, он как неправильно, значит, он стоит прямо, ноги вместе. Я не буду. Да, Мурат, помоги, блин. Правый, две евро не забывай. 10 на то, 10 на то. Хорошо, ты вот так. Берешь захват, раз, и показываешь, что ты сюда. Все сделали? Да. Оп, видели, да, собственно? Пока вы здесь намечали, они уже по главной травме. Сделали, да? Сейчас. Или нет, в ту сторону. А в другую сторону делали? Да, вот сейчас. Так все сделали? Нет. Ну так делайте. Смотри. Смотри, вот стоишь. Раз, шаг назад. А это показывает, что подсечка. Еще раз. Шаг назад, подсечка. Шаг назад, подсечка и изгиб. Просто показывает. А какая подсечка? Вот сюда, в центр. Вот, а и чем? Давай. Ты что, классические не делаешь? Делают, вот. Нет, мы в ту сторону делаем, вот сюда делаем. А, вы сразу сюда? Да, теперь в другую сторону. Сколько? 4. А, 4. В другую сторону делаем, да. Другую. Так да. Я делаю. Да. Еще где-то делаю, вот сюда. Скоро красивый результат. Владимир, чуть-чуть немножко шире, когда тебе будет бег, а? Все, отдыхайте. Идите с вас на мой. А мне классический или сюда? Туда. Да. Туда. Давай быстрее в левую сторону, блин. Я думал, они не сделали ничего. Ходят, болтают, блин. Итак. Вся бросок один. Минута ложит. Вся бросок другой. Потом следующий. Сделали? Нет, что? Следующий. Опять. 50-50. Это уже что? 50-50. Это 150. 50-50. Это уже 200. 50-50, это уже 10-50. 50-50, это 30. Вот только я остался за тренировку. Ну, когда уже взрослый был. Так, Пастухов там, Брудужа, опять мои пальцы, блин. А быстро? Быстро ты, блин. Так, Владимир, идешь к Артему. Пальцы. Не надо держать жестко, когда рвут. Никогда не заваживал, блин. Это... Бери веник, иногда подметай дома, у тебя не будет этих ссадин. Правильно? Вот у него физический труд. Он их за дом нанес. У кого? Пятерка. Ну вот, давай, мэй, цена не мэй, блин. У меня не палец, тут рана очень маленькая. Так иди сюда, рана, блин. Надо сразу сюда иди. Сюда иди. Так, нет. Аккуратно в левую сторону. Захват одной рукой. Ну давай, дай сюда палец, блин. Ну куда он будет отсюда палец? Перед тем, чтобы давай, вот я заправлю. Бросок? Да, бросок через спину с колен. 5 раз. Какой-то? Классический или? Нет. А как вот этот называется, если не классический? Гарнучий. Гарнучий? Да. Хитрый бросок. Хитрый. Давай, хитрый бросок. Раз. Блин. Стоишь как... Вы присядь немножко. Вот. А если я так думал... Ты вот так стоишь, ему некуда падать. Во! И так его бросать. Да потому что руку не правильно. Два. Какую? Я тут не понял. Другую. Давай. Отклонись, Владимир, блин. Отклонись. Вот. Давай, 3. Давай еще 2 раза, блин. Столько разговоров. Еще 1 раз. Попадение. Вот.
Вообще, кто? Страховка.